Всем приветики. Я тут такую игру нашел прикольную. Бомбермен. Я помню раньше, в детстве, когда-то вообще играл в Бомбермена, еще на старых телефонах, там, где Ява были. Мне очень нравилось. И сейчас я нашел Бомбермена. Он, кстати, классный. Здесь вот, типа, вот это, где мечи, это ты воюешь с такими же игроками, как ты. Это ты воюешь, с ботами. И здесь есть улучшение, типа ты можешь, это типа на кого ты охотишься, это ты можешь себя улучшать, свои параметры. Потом здесь ты можешь себя переодевать. Карта. Я вот начинал с этой вот карты. И типа самая первая миссия, вот она. Здесь вообще легко. Получается, нужно выйти из этой комнаты, найти ключ и открыть дверь. И вот у нас типа наши параметры здоровья. Урон, который мы наносим одним взрывом. Меч — это урон, который мы одним взрывом наносим. 7 здоровья отнимает. У нас самих 6 здоровья. При этом наш взрыв на 5 клеток. 4 бомбы мы можем заложить. И бегаем со скоростью 5. С пятой скоростью, короче, бегаем. Вот. И таким образом монетки собираем, чтобы потом улучшать своего героя. Параметры или там что-то покупать. Сейчас я вот ищу ключ. Где-то он в ящиках. И где-то в ящиках должен быть ключ. Ну и всякие бонусы собираем. Вот он ключ. Все, прошли. Здесь на что здесь реклама много. После онлайн-боев вот это вот мы с ботами, это мы с игроками, тут мы улучшаем свои карты, а тут у нас есть какие-то предложения бесплатные, там, по-моему, есть можно что-то собирать. Здесь у нас эти, как он называют, боевые пропуски всякие, но здесь уже с игроками. Ищутся игроки, вот они. 3 штуки должно быть, ты и еще 3 игрока дополнительных. И вот он один, второй, и сейчас третий он найдет, и начнется игра. Наверное. Ну а после боя обычно это всегда реклама вылазит, это вот напрягает. Если постоянно играешь онлайн-бои, а я постоянно играю онлайн-бои, потому что, не знаю, затягивает, интересно что-то с другим воевать. И постоянно вот эта вот реклама после каждого боя. Ну вот и все, меня споймали, убили. Вот так и проходят бои, реклама еще всякая выскакивает. Вот такая игрушка прикольная, всем рекомендую. Вот как-то так. На этом все, всем покедова.